Любой человек проходит через испытания. Жизни без испытаний тебя на крепость духа. Ни у кого. Все проходят через эти жернова. А что спасает? Ну, у каждого есть свои спасательные круги. У меня это моя семья. Это в первую очередь. Это друзья, и это работа. Это работа, которая дает тебе силы и твоя нужность. Вот это самое главное. Если ты нужен родным, близким, друзьям и своей профессии, нет проблем. Мы все можем пережить, так устроен человек. Это опыт нам посылается. Опыт, испытания, через которые мы опыт. К сожалению, им особенно делиться невозможно, потому что это твой опыт. Это твой опыт. А у детей свой опыт. Но вот для меня это три таких вот вектора. Родные, друзья и работа.